Всем привет. Проходим дальше. Игру Cradle. Поехали. Найти способ покинуть территорию комплекса. Способ покинуть я уже знаю. Не знаю, пригодится ли нам это. Были такие люди, которых называли аутсайдерами. Они зачем-то распространяли этот вирус бесплодия. Из-за них он разошелся по всему миру. Но зачем они это делали и каким образом, не помню. Как уже сказал, я способ нашел. До этого пришлось целый час побегать. А кто бы знал, что вот эта карусель летает. И что у нее пульт есть. А я думал, просто лежит какая-то херня сломанная, никому уже не нужная, ржавая. Но побегав в часок, случайно наткнулся. И вуаля! Оно работает. Хрясь! Забор выпал. Приехали. Подсоединить модуль дыхания Киди. Интересно, куда его запихивать? Дорогая, я тебе принес модуль. Ты еще не задохнулась без кислорода. Ты принес модуль? Конечно. Да, как его подключить? В груди должна быть трубка, трахея. Через нее воздух проходит. Вот к ней как-то. Хорошо. Сейчас тут те хирургию проведем. Спасибо. Не за что. Наконец-то я дышу. Как твои поиски? Нашла пароль? Пока нет. Но я немного вспомнила о себе. Я работала здесь, в саду Гербер. Кажется, воспитателем. Помню, как сюда привозили детей. Показывали им представление. Потом они играли в павильонах, приносили оттуда части тел и зачем-то складывали их перед сценой. Странный аттракцион построили. Странно, что его именно здесь построили. Я вот чего не понимаю. Ты говорил, что он заброшен. Но он же до сих пор работает. Там есть электричество. Почему его не убрали? Там был взрыв. Все заражено каким-то ядом. Ты что-то помнишь об этом? Я... Кажется, я знаю, что там взорвалось. Диспиротоксин. Что это? Это то, из чего возник вирус. Эпидемия началась из-за одного такого взрыва, как здесь. Из-за одного? Их что, много было, этих взрывов? Несколько сотен по всему миру. А кто устраивал взрывы? Помнишь, я говорила про аутсайдеров? Вот они устраивали. Какие-то террористы? С какой целью? Да не было никакой цели. Они вообще не нарочно это делали.
Просто у них в груди иногда взрывались капсулы с пассием. Непроизвольно. Все дело в этом веществе из эмоций. И что с ним было не так? В нем был опасный компонент. Горький пассий. Это такая черная жидкость. Иногда она вдруг превращается в яд и взрывается. Эти люди носили бомбу в груди. Они сами того не желая, уничтожили тысячи людей. И лишили всех способности размножаться. Чем же они от других отличались? В чем причина? В дефектах наследственности. Чем больше их в ДНК, тем более горьким получается пассий. Аутсайдеров и жалели, и боялись одновременно. Никому не хотелось жить рядом с бомбой. Многие аутсайдеры покидали города, ну, чтобы не доставлять никому неприятностей. Вот почему их так назвали. Их по-разному называли. Низший класс или некрасивые люди. Защитим общество от эмоций некрасивых людей. Неожиданная проблема для общества. И не единственная проблема. Чтобы жить в этом теле, нужно топливо. А приобрести его можно только в обмен на сладкий пассий. Если он у тебя есть. У аутсайдеров не было. Они жили на иждивении. Что такое сладкий пассий? Это то ценное вещество, которое производили красивые люди. Я рассказывала тебе о нем. Вообще, сладкий и горький пассий – это две части одного и того же вещества. Каждый человек своими эмоциями производит оба этих компонента, только в разных пропорциях. У людей с более чистой ДНК получается много сладкого вещества и совсем немного горечи. У аутсайдеров наоборот. Красивые люди ценны, некрасивые опасны. Где же аутсайдеры брали средства для проживания? Им выдавали пособие по плохой наследственности из запасов фонда. Запасы пополнялись за счет сбора налога со всех жителей, в первую очередь с красивой элиты. И огромная часть запасов шла на содержание некрасивых людей. Они стали для всех постоянной головной болью, распространяли вирусы и истощали фонд спасения. Ядовитые, некрасивые иждивенцы. Ядовитые их эмоции. Некрасивые опасны тем, что живут и чувствуют. Этим они отбирают у остальных надежду на возвращение. Я помню, как много об этом спорили, искали выход. И что, нашли? Да, кажется, да. Комитет предложил программу гибернации усыпления некрасивых. Не понял, какое усыпление? Деактивация. Добровольное отключение. На какое-то время, пока не уничтожит вирус. И многие соглашались. Они же понимали, что это лучшее, что они могут сделать. Но не знаю, помогло ли это. Подожди. Что? Кажется, подобрала пароль. Да, доступ есть. Я вижу файлы. Попробую найти список сотрудников. Там должны быть и мои данные. Странное у тебя зрение. Почему странное? Видишь виртуальные файлы? Мне и обычное зрение не помешало бы. Я как в темноте, но не могу понять, где поломка. У тебя разбит экран на лице. Это называется лукскрин. Да, он поврежден. Может быть, в саду Гербер есть исправный? Кажется, есть, но зрение он мне не вернет. У меня что-то с объективами, а вот их в саду нет. И я не знаю, где их взять. Ну, я попробую достать объективы. В поле? Здесь же нет никого. Что это? Не знаю. Пойду посмотрю. Хо-хоу. Какая непонятная история. Один лифчик. То простудишься. На станции магнитной дороги ожидает челнок. Поговорите с машинистом челнока. Ты где? Электричка. Или как она? По рельсам ездит. О,
Вот, а тут по воздуху ездит. Ну, где пропал? Слушай, узнал я, сколько они дают. Платят хорошо, даже очень. Завтра пойду. Процедура простая. Не больно, не вредно почти. У тебя мозги портятся немного, а их пациент поправляется. Ну и ладно, буду так подрабатывать. Может, и цветы собирать больше не придется. Но это в планах только. Пока на фитокопии спрос, будем продавать. У меня для тебя заказ. Запоминай. Две красных, не меньше 70. Одна оранжевая... Извините, я ничего не понимаю. Как вас зовут? Эль, видишь, у меня времени нет торчать тут. Ты что, табаху задерживаешь? Меня с работы уволят. Не хочу я опять на 20 дней в месяц выключаться. Табаха, я потерял память. Что за фитокопии? Если ты шутишь, то это дурость какая-то. Объясни, что такое фитокопии. Почему мы их продаем? Ну что за чушь, почему продаем? Потому что покупают. HQ продукция ценится. Кто-то красивую копию своей ДНК лицензирует и продает. Потом из нее всякое делают андроидов, вазы всякие для цветов. Вон у тебя на столе такая сидит. А мы с тобой цветы оцифровываем, запекаем их в фитокопии и продаем. Понял? Люди любят, чтобы на табло было большое число. Они ценят все красивое. Ладно, табаха, что нужно? Нарвать цветов? Да не нарвать цветов. Если ты снова чего попало нарвешь в ноздри, их себе засунь потом. Кому я их продам? Нужны самые красивые цветы. Я в вопросах эстетики не очень. Ты странный сегодня. Берешь генометр, идешь к цветам и замеряешь их красоту. Нужно две красные герберы с HQ не ниже 70. Не ниже. Одна оранжевая не ниже 80. И одна желтая не ниже 90. Замеряй только полностью раскрывшиеся цветы, а то фитокопер снова зажует. Опять чистить его неохота. Целься в центр цветка, иначе он захлопнется раньше, чем ты его измеришь. Когда соберешь, оцифруй их на фитокопере. Потом все упакуй. Во что упаковать? Да как всегда, в коробку из-под обложек. Хорошо, мне не сложно. Я вернусь через 3 часа. Чего хочешь за работу? Еды тебе привезти? Мне нужны объективы для женского М-тела. Этой в Азии объективы не помогут. Когда дед твой покойный ее в Баянхангоре покупал, она уже тогда толком не работала. А что ты хочешь? Дешевая копия, пиратская. Брось, пусть стоит тебе, пылится. Привези мне объективы, табаха. Ладно, я привезу. Ну, знаешь, ты тут с ума сходишь потихоньку. Переехал бы в город. Обязательно. Только у меня к тебе еще один вопрос. Валя. Что это за число у тебя на груди? Что оно означает? Как смешно. Пошутил так пошутил. Так, все, я поехал. Дел куча. Еще и погода эта холодная, зябкая. Купи себе шапку. Меховые, знаешь, есть такие теплые шапки. Эй, эй, куда? Рельсы в той стороне. Укатился. Самые красивые. Табаха достанет вам объективы в обмен на 4 фитокопии. Соберите цветы с помощью измерителя генов. Вам нужно 2 красные герберы с коэффициентом наследственности не менее 70%, 1 оранжевая не менее 80% и 1 желтая не менее 90%. Круто! А куда чесать, не сказано.
Ну и ладно. На этом и закончим видео. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем пока.